На протяжении 3 месяцев жители новостроек в микрорайоне Внуковский писали жалобы в территориальный отдел номер 3 Госсадмтехнадзора по поводу ненадлежащего состояния пешеходных дорожек. Жалобы были на ужасное состояние внутридворового проезда и подъездной путь. Он был покрыт выбоинами и ямами, был постелен вот такими вот плитами, где на стыках люди ломали себе подвеску, да, автомобиля. И люди хотели, чтобы им сделали внутридворовый проезд и тротуар к школе. После первичного осмотра территории сотрудники Госсадмтехнадзора выявили и зафиксировали нарушения. Администрации Дмитровского городского округа было выдано предписание, которое прежде всего касалось пешеходной дорожки, ведущей к Внуковской школе. По внутридворовому проезду в адрес администрации было направлено представление, так как это немножко не наш вопрос, мы не можем привлекать за ямы, да, на внутридворовом проезде. Но несмотря на это, так как полномочия администрации в области благоустройства определены федеральным законом, то администрация выполнила наше представление и осуществила капитальный ремонт полотна. На сегодняшний день все нарушения, которые были зафиксированы сотрудниками Госсадмтехнадзора, устранены. Администрация городского округа сработала быстро, чему, безусловно, рады жители близлежащих домов микрорайона Внуковский.